Количество россиян, которым приставы временно запретили выезд из страны из-за долгов, приблизилось к 1 миллиону человек. Об этом сообщил глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков. Он отметил, что за 6 месяцев произведено 197 тысяч арестов имущества должников. Также, по данным, было исполнено 14 миллионов исполнительных производств, а взысканная сумма выросла на 50 миллиардов рублей.